Всем здорово, ребят. Ну что, решил начать видосик вот таким вот приколом. Почему Барт Имба 30-й прорыв сделал 13-13, на 14-й не хватило красных камней. К сожалению, там 3 штучки нам не хватило. Я надеюсь, их буду где-то в ближайшем будущем давать, потому что мне надо еще и много силы качать. Напал на топ 10, он был у нас активен. Вот. Топ-10 Зефир воодушевление, то есть это не обычный игрок, это топовый игрок, у которого топовые прокачки. Зефир воодушка, землеройка, как видите, кто там у нас еще, космо. И вот вам результат. Охренеть, да? Я, честно говоря, сам охренел с этого. Вот такая вот сборка барда, я вам сделаю на нее обзор. Ну а у нас сегодня будет немножко прокачка силы. Посмотрим, что там по питомцам, плюхи получим, покачаем аккаунт. Ну, в общем, это предварительный показ того, почему он имба и он неубиваемый. Это просто жесть, ребят. Я не представляю, что будет теперь на атаке фортов. Они поменяют там правила, как они нам обещали. Но, по сути, это ничего не изменит. Просто, это просто трэш будет. Не знаю, давайте еще кого-то найдем. Может, кто-то еще есть. Ну, тут не атакующий вариант. Решил в топе поискать. Землеройка, стрелок. Вот, может, эти затащат. Давайте через это нападем. Это просто смешно. Но вот тут единственный вариант, что стрелок сейчас забирает у нас энергию. Вот внимательно посмотрите. Стрелок забирает энергию, плюс его станет. Все. И то это не мешает ему включить свое умение и просто дальше продвигаться. Недомогание как вариант. Да, недомогание будет спасать, но пофиг, посмотрите на вот это. Стрелок. Ворожей. Фрэнк. Фоба. И эти все герои бьют одного героя, блядь. И они его убить не могут. IGG, вот, вы создаете героя, вы вообще думаете про какой-то баланс? Вот мне вот интересно, вот баланс. Это один герой, я могу ему просто поставить дополнительно отхил. И все, его просто не убьют. Но это просто аут. Вот так вот мы начинаем, ребят, сегодняшнюю прокачку силы. Лепите лайк, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Просто аут. 1,5 минуты, топовые герои. Кто там у нас? Мэри. Ни хрена ему практически сделать не могут. Это при том, что у него уже забрали энергию и недомогание. А ему просто посрать. То есть, ну, просто аут какой-то, вот, я не знаю, это реально, я смотрел на этого героя, ну, просто как герой, да, он не нагибатор, он не убивает героев, но его хрен сольешь, вот реально, у нас даже смотра сейчас нету, его хрен сольешь, посмотрите, как он отхилился, что это такое, вот реально, что это такое, что это за хрень, я просто в шоке. Я не знаю уже на кого нападать, но это просто нереальная срань. Ворожей, оккультист, зефир, ну они далеко, я хочу посмотреть, может кого-то найду вблизи. Мне интересно посмотреть еще сколько у него отхил. Сейчас забежим к зефирику. Да, ребят, в общем, вот такие вот дела. Вот такая вот тема. Так, смотрим внимательно, еще интересно посмотреть его отхил. В общем, ждите обзора по локациям. А расскажу, покажу, где его. Воу, вот здесь его начинают нагибать. Вот видите, недомогание все время работает. Но от этого можно тоже избавиться. Это не есть такая проблема. Просто пипец. Посмотрите, сколько по нему дамага прилетает. И он себя хилит, хилит, хилит. Там реально дамаг обалденный. И от хила у него тоже хватает. Ну, для этого есть другие
питомцы и другие темы для восстановления. До этого мы всего дойдем. Я вам просто показал, почему он реально крутой. Просто аут. Честно скажу, ворожей, оккультист, ну тут меньше, тут видите, немножко по-другому герои стоят. А вот единственное недомогание, и то минуту он стоит с этим недомоганием, его еле добивает. И то хилится в плюс. Это просто трэш. Ладно, поехали. Поехали, позабираем плюшки, покачаем сегодня немножко аккаунт. Вот такие вот плюхи я забрал, ну... В принципе, это вспомогательные. Почему забирал? Забирал на, там, на камешки. Думал, все-таки хватит, но, к сожалению, не хватило. Надо 23 камня, чтобы прокачать на 14-й. Именно 4-й камик Рокки. Именно их не хватает. Ну, позабирал скин у нас есть. И сейчас покачаем немножко суперпэтов. Я уже буду скоро качать 14-й. Но, видите, за пары с камнями не хватает мне именно камней 4-х. Так, окей, поехали сначала с скинами, сразу разберемся. Откачаем немножко Мэри. Много-много еще скинов надо мне, и Бира надо будут скины, и этого. Хватает, в общем, еще дофига всего для получения. Ну, так, в основном некоторые уже под конец. Ну, видите, старые скины. В общем, есть еще возможности для поднятия силы. Надеюсь, будет такой же, как и на немке, магазин. Такс. Поехали, побегаем сегодня в дискаунте. Посмотрим, что тут у нас интересного есть. Отлично, еще пару эмблем сделаем. Ну, суперсила, у меня 18 штук уже валяется. Можно даже уже не ролить коробки, по сути. Нафиг оно надо. Так, это можно забирать. Мне кристаллы нужны. Я буду забирать кристаллики. Однозначно. Один камешек 20 монеток. Ну вы что, ребят? Это ж пипец. Ай, там были хорошие итемы. Вот ради интереса просто стало интересно посмотреть на попытки, сколько уйдет. Так, отлично, это забираем. Тут у нас эти все скины есть. Блять, я их все равно забрал. Ладно. Такс, 2550. Ну, эти я не буду забирать. У меня есть куча супер пэтов, точнее обычных, не супер пэтов, обычных питомцев, которым будем добивать. Но видите, очень хреново падают. Камешки, ну, апекс, кристаллы, смысла нету забирать. И так хватает. Ехали дальше. Ладно, 20 штук там за десятку давали бы этих. Но это они, конечно, реально загоняются в первые дни распродажи. Просто жлобы. Зеленые вообще эссенции не дают. Офигеть. С одних сундуков, точнее этих красных, наберемся. Где мои эссенции? Задрали, блин. Что за фигня? Мне эссенции надо дофига. Ну, по сути, то же самое выходит два раза. Все равно за десятку. Что так забрали, за десятку. Что так забрали, за десятку. Логика, конечно, но самовнушение, что вдруг выпадет что-то подешевле. Восемь, девять, семь. В общем, вернулись к тому же самому. Поэтому не факт, что это выгоднее. Вот так вот. Итого, и что мы еще имеем? Плюс 800. Окей. Окей. Поехали на наших супер питомцев.
Я хочу мутантика этого докачать, я его наконец-то немножко проапгрейдил, надо будет еще одно уклонение словить. Реально классный суперпэт для PvP-локаций, просто четкий. Так, есть у нас 50, поехали. Половим его немножко и половим на остальное печеньки. Нам много надо печенек. А завтра, я думаю, будут на английском сервере супер скидки. Мы с вами еще покачаемся. Так, 50 камешков мы затратили. Смотрим. 21. 74 печеньки надо. Но видите, печеньки не падают. Когда ставите этого хрена, печеньки вообще не падают. Так, окей, поехали. Спаун. Зафигачим на 2000. Ну, остальных, видите, они уже в избытке. Они нафиг не нужны. Ловим снайки. Супер пэтов, конечно, сложно качать, дорого качать, но, блин, они просто нереальные. Они такие статы выдают, 6000 уклонений, это больше, чем у вашего героя. Ну, у некоторых есть встроенные там точности, там можно вообще набить столько, что от вашего героя просто, ну, нереально будет отвертеться. То есть возможности реально очень хороши. Вы можете его забиндить, подобрать под определенного героя. Ну, именно мутант. Обычный пэт, он дает меньше статов, по-моему, в два раза. И плюс, минус один итем, поэтому немножко он хуже. Так, давайте его на апгрейде кинем. Что там у нас по снекам? 500 всего лишь. Всего лишь 500 снеков. Ну, это вообще печаль. Снеки проще реально покупать. 20 левела, видите, статки поднимаются реально очень круто. Такс. Что у нас по скиллам? 6-й, 5-й. А мутант у нас, да, видите, 147 уже не хватает. Это реально, это длительная история. У нас, тем более, на английском сервере, это реально долго надо. Так, добиваем. Отсюда неплохо силу поднимать можно тоже. Такс. У нас в избытке уже мыша ходит в перелимит. Ее можно немножко потратить. Так, остальное я оставлю. Может, еще вытащим. Так, смотрим. Скиллы 6-й. Я постепенно всех качаю. 5-й, 6-й. Надо будет, кстати, волчонка тоже качнуть. Так, 6-6. Тоже 6-й качаем. 6-й качнем. А уже всем. Так, тут надо 13-й левел. Снеков не хватает немножко. Сейчас добьем. Так, чтобы уже у всех были шестерки. Походу я все равно все эти эссенции прохилю. Такс. Стой. У нас осталось еще здесь, да, апгрейдить до 6-го. Это нам надо сделать. 13-й левел будет. Но нам все равно не хватит, в принципе, всего. И того, что мы имеем. 945. Я так считал, у меня еще осталось
тысяч 12, где-то плюс-минус 10-12, где-то 12 тысяч за счет талантов, которые, к сожалению, я поднять сейчас не могу, потому что не хватает мне этих камней долбанных. Не дают они их. Уже запарился их выискивать, но, к сожалению, пока вариантов нет. Поехали еще посмотрим, что у нас интересно. У нас по акциях. Я сегодня ролил немножко героя. Вот 79 попыток. Ну, видите, эти попытки на обмен даются с доната. А остальные за потраченные. То есть за 2000, по сути, я потратил сегодня 150к. Сейчас мы просто делами попробуем с вами вытащить. Бывает зачастую отсюда реально нормально падает. Это такие акции. Были бы они сюда что-то завозили каждый раз, было бы намного интереснее. Для них, я думаю, прибыльнее, если бы они все время меняли здесь призы. Здесь раз в год меняются акции вспомогательные. Здесь самое основное — это рынок. Смотрите, вообще нифига не падает. Что-то они здесь пофиксили. Обычно 3-4 раза падало, но видите. Вот есть наконец-то exchange один у нас все-таки есть. Смотрим, что там нам придет. А вот еще один exchange. Ну, понеслась. Так, смотрим. Вот такие. Это, конечно, это смешно. Смешные плюхи. Поэтому они сюда их, наверное, не добавляют особо. Так, Poker Ground Gifts, Point Arcade. Давайте еще тут посмотрим, что здесь есть. А в основные остальные акции. Так, у нас тут не меняется тоже ничего. Здесь одна попытка у нас будет. Гринфилда мы словили. Счастливое число, кстати, есть. Я давненько уже не играл в него. Глянем. Может что-то нам придет завтра. Я один раз был здесь, в топ попал за все время. Я уже давненько тут не бегал. Надо хорошенько в ранг залететь. Ну, 3 миллиона сумок, значков почета. Это, конечно, это бред. Или это 3 миллиона значков почета. Непонятно. Ну, призы, конечно, печальные. Посмотрите, там некрос. Это вообще, вообще печаль. Ну, выращивать призы — это отдельно. Это я буду бегать. В общем, вот такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков. Дальше будет веселей, думаю. Барт пока себя реально просто показывает с хорошей стороны. Почему, я вам покажу уже в видосе на обзоре. Я вам сделаю мега топовую темку и посмотрим, что будет у нас связано. Это, думаю, это поможет на атаке фортов. Все, всем удачи, всем пока.